Всем привет! Сегодня хочу показать вам одну из самых симпатичных раскрасок, которые я получила от шведского издательства Printworks. Называется она «Мифологические создания». И, к сожалению, пока эта раскраска совсем не популярна среди любителей, но мне кажется, что она вполне заслуживает нашего внимания. Она такая же по своим характеристикам, как и книги Марии Тролли и Ханны Карлсон. Она такая же по размеру, у нее плотная картонная обложка, она сшита, такой же тканевый переплет, но меня прежде всего очаровала цветовая гамма. Здесь, я надеюсь, вам видно, что это бледно-бледно, такой сиренево-лавандовый цвет в сочетании с бирюзой и такими блестящими сиреневыми вставками, выглядит очень стильно, я люблю это сочетание цветов. Итак, мифологические создания. Авторами является, я так понимаю, группа дизайнеров. И называются они студия Лёвстром. Напечатана она на кремовой бумаге. Такой очень приятный теплый оттенок, сливочный. Бумага хорошая по плотности, как и во всей партии полученных мною шведских раскрасок. Бумага, на удивление, очень гладкая, но, несмотря на это, отлично наслаиваются на ней карандаши как мягкие, такие как призма, и даже без блендера, так и карандаши более плотные. Она отлично подойдет и для полихромосов, и для лиры, то есть для карандашей масляных. Попробовала я в ней и акварель не протекает, и фломастеры мои отлично работают, поэтому к качеству претензий нету. Вообще шведское качество мне очень понравилось всей партии. А давайте теперь посмотрим на содержимое. Во-первых, еще что про качество. Все рисунки выполнены очень тонкими аккуратными линиями, темно-серым цветом, поэтому, конечно, если есть проблемы со зрением, может быть, это не очень подходящая раскраска, темно-серый на кремовом, но если все-таки любите раскрашивать материалами прозрачными, такой как акварель, не кроющими, то очень здорово будет, и рисунок будет аккуратнее, чем если бы были жирные черные контуры. В конце книги есть список героинь, этих персонажей, которые здесь представлены, но, к сожалению, на шведском, поэтому я как смогла поискала информацию о том, кто здесь изображен. Начинаем мы с греческой богини Артемиды. И обычно здесь развороты с богинями перемежаются вот такими прекрасными ботаническими иллюстрациями или пейзажами. Следующее это у нас Ишчел. Это богиня-ягуар, которая пришла к нам из культуры майя и является она богиней медицины и деторождения. Ну, тут все просто. Здесь у нас гарпия представлена. Вот, мне очень нравятся и лягушечки, и насекомые, отлично вырисованы. Следующая богиня – это Беави, саамская богиня солнца и весны. Нравятся мне вот эти развороты на черном фоне. Как обычно, черный очень помогает картинке заиграть. Следующая – это Мориган, ирландская мифология. И является она, несмотря на цветочки, богиней войны и судьбы. Следующая богиня Нюва из китайской мифологии, и знаменита она тем, что помогла восстановить колонны, которые поддерживали небесный свод. Ну, дальше проще. Это египетская мифология. Богиня Таверет, понятно, что богиня деторождения и плодородности. Надеюсь, вам виден рисунок. Сложно снимать
эти тонкие линии на кремовом фоне, не очень на камеру оно отражается, но тем не менее это Калафи, предводительница амазонок, которая почему-то по легенде жила на вымышленном острове под названием Калифорния. Вот даже такие легенды бывают. Дальше у нас египетская богиня-кошка Бастет. Опять же, богиня войны, богиня-покровительница. И снова Египет, богиня-львица Тефнут, богиня дождя и росы. Кельтская полуженщина-полумедведица, богиня Артио. Это богиня Эпона, которая пришла к нам из галло-римской мифологии и является она покровительницей лошадей и наездников. Дальше все просто. Это японская кицуне. Так, тут у нас королева Банши, Клиены, вот, или Клиодны, в зависимости от того, на каком языке, на английском или на шведском я находила ее. Но, тем не менее, представительница ирландской мифологии, и она является покровительницей красоты, любви и исцеления. Богиня Атаргатис – это богиня Северной Сирии и, опять же, защитница и покровительница дома и благополучия. Богиня Седна, популярная в саамской мифологии, в Гренландии, Канаде, на Аляске. Здорово прорисованы морские обитатели. Красивые можно сделать рисунки. И богиня Мами Вата пришла из Африки. Дальше попроще. У нас очень красиво изображенный сфинкс. Нравится мне прорисовка розочек. Египетская Изис. Напоминает мне ботаническая прорисовка книжки Лейлы Дьюли. Такая же кремовая бумага, тонкие линии. Поэтому я просто в нетерпении приступить к этим раскраскам. И, наконец, самая сложно произносимая богиня – это Спиндел Гадинон. Где-то так приблизительно называется. Но, в общем, все, что я вынесла для себя, это то, что она – это аналог греческой полубогини-полупаука Арахны. И выглядит, конечно, зловеще. Вообще, надеюсь, что я, когда буду раскрашивать какие-то конкретные картинки с богинями, узнаю о них побольше. Вот, как я сказала, здесь есть на шведском языке шпаргалка с перечнем богинь. Тут я потестила материалы, как таковой тестовой страницы отдельно нету, но меня удовлетворила мой тест и здесь на последней страничке. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на эту раскраску. Вполне заслуживающий, я считаю, экземпляр в нашу коллекцию. Она необычная и позволяет
применить совершенно разные материалы. Так что обратите на нее свое внимание. И спасибо за то, что посмотрели этот обзор. И спасибо тем, кто написал мне за прошедшие дни, обратил мое внимание на то, что несколько моих видео было загружено на чужой канал и было присвоено мое авторство. Я надеюсь, что мне удастся в ближайшее время решить эту проблему. А вам всем спасибо за поддержку. Хорошего вам дня, удовольствия от вашего творчества и до следующих видео. Пока-пока!